Равнение направо! Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий парадом генерал-полковник Олег Солюков. Традиционно военный парад на Красной площади открывают барабанщики Московского военно-музыкального училища Министерства обороны Российской Федерации. Юные музыканты задают темп и ритм движений парадных расчетов. Командир парадного расчета, начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. С 1940 года воспитанникам училища оказано высокое доверие открывать парады войск Московского гарнизона. 24 июня 1945 года именно они открыли парад Победы на Красной площади. Ходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Победы и знамени Вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. В строю почетного караула идут военнослужащие, призванные из различных регионов Российской Федерации.